написать, да, Филипп? Заметьте, я подписывал свои ручки. Потом еще мило исчезнут. Это счастливая ручка. Я всегда подписываю все соглашения, только ей. Спасибо. Сейчас произошло событие историческое. В гражданском браке Томский политехнический и земля Кузнецкая живут уже сотни лет, даже, наверное, больше. Наконец-то оформили отношения, да? Да, абсолютно точно. Действительно, те кадры, которые подготовили для нас Томский политехнический университет, когда он еще был не национальным исследовательским, и сейчас они на самом деле работают на благо Кемеровской области. И я думаю, что это сподвигнет другие вузы обращаться к нам с подобными вопросами, чтобы заключались дальше договоры о сотрудничестве, чтобы кадры готовились именно те, которые нужны по запасу. Ну и в дальнейшем все это делается на благо нашего родного края.